В Шымкенте «Антикор» выявил нарушения в сфере строительства. СПК «Шымкент» изъяла у предпринимателя для государственных нужд 1 гектар земли по улице Байтерекова, где планировали построить здание акимата. Но выяснилось, что в 2019 году социально-предпринимательская корпорация передала этот участок под другой объект – инвестиционный. Причем лакомый кусочек бизнесмен получил без проведения торгов и возвел там крупный торговый объект. Только вот ничего инновационного, как требовали условия, проверяющие там не нашли. И обратились в суд. Теперь землю придется вернуть государству, а объект снести. Ранее «Антикор» также сообщал о 46 земельных участках на общую сумму 3 миллиарда тенге, которые представители СПК «Шымкент» раздали предпринимателям. На сегодня решение суда у нас на руках имеется, и где все имеющиеся проведенные мероприятия, скажем, местные исполнительные органы и СПК «Шымкент», были полностью аннулированы. На сегодня земля передана на баланс города, скажем, да, местного исполнительного органа. Работа в данном направлении будет продолжаться.